эта песня сегодня стала негласным гимном третьего факультета Национального аэрокосмического университета. Улыбки на лицах студентов, юность, задор и эти крылатые слова «Хэй, супер, сула сила», которые скандируют десятки молодых голосов. Хэй, супер, сула сила, хэй, сула, ура! И глядя на этот огонь в глазах, понимаешь, что они – это поколение студентов 21 века, и уже сложно даже сказать, какое поколение студентов ХАИ действительно сможет достичь самых недосягаемых высот. Ибо они, и только они, студенты СУЛА – это настоящая гордость факультета, его славное прошлое, замечательное настоящее и великое будущее. И да простят нас многочисленные и заслуженные профессоры и доценты, преподаватели и сотрудники факультета. Их роль в воспитании и обучении специалистов переоценить невозможно. И о них мы сегодня тоже вспомним еще не раз. Но ведь и они когда-то были студентами. И большая часть из них студентами ХАИ. Декан факультета, профессор, лауреат государственной премии Анатолий Степанович Кулик. Заместитель заведующего кафедрой Анатолий Яковлевич Зимовин. Заведующие кафедрой Игорь Павлович Внуков, Николай Дмитриевич Кошевой, Олег Евгеньевич Федорович, Александр Юрьевич Соколов и первый заместитель декана Анатолий Андреевич Сухобрус. Они и многие другие – это все бывшие студенты ХАИ. И может быть этим объясняется тот по-настоящему хаёвский задор, командный дух и умение идти до конца, работать и учиться на полную катушку. И если отдыхать, то тоже вместе и только на полную. И делать это все так, как это умеют делать только хаёвцы. А среди хаёвцев так, как это умеет делать только факультет систем управления летательных аппаратов, который сегодня отмечает свой 30-летний юбилей. С чего же начать рассказ о третьем факультете? И что такое третий факультет ХАИ? Как за эти несколько минут рассказать о том, на что ушли десятки лет? Может быть, вспомнить, с чего все начиналось? Как 13 июня 1959 года был образован факультет под номером 5, в составе которого появилась специальность 0624 – системы управления летательными аппаратами. И как в 1963 году по ней выпустили первых 22 инженера. Как в 1963 году на пятом факультете появилась еще одна специальность – 0617 – авиационное приборостроение. Или как в 1967 появилась кафедра прикладной и вычислительной математики, а в 1974 – кафедра автоматизированных систем управления. А может быть, сразу перейти к тому моменту, как 23 марта 1977 года пятый факультет ХАИ разделился на два факультета – радиотехнический и факультет систем управления летательными аппаратами. Как потом факультет рос и мужал, и как на нем появились другие кафедры и специальности. С тех пор прошло много лет, но по-прежнему каждое утро студенты спешат в свой родной радиокорпус, которые, к слову, почти 40 лет назад построили своими руками их предшественники – студенты 60-х. Может быть, сегодня у нас есть уникальная возможность показать редчайшие кадры 1968 года, дабы студенты 21 века смогли оценить труд хаёвских студенческих строительных отрядов. Вот так 30 с лишним лет назад создавался радиокорпус – символ третьего факультета. И невозможно сосчитать, сколько знаменитых людей прошло через факультет систем управления за эти годы. Когда-то выпускник факультета, а ныне директор Хартрон Плант Олег Алексеевич Лученко. Главный конструктор объединения Коммунар Станислав Яковлевич Яценко. А также бывшие деканы факультета Эдуард Викторович Лысенко и Юрий Николаевич Соколов. Ну и конечно же, первый декан факультета Николай Иванович Брёхин. Дорогие коллеги, у нас юбилей. 30 лет тому был создан наш факультет. На наших глазах и при нашем участии
создавалась удивительная аэрокосмическая техника и отличная система управления этой техникой. Наши выпускники были на передовых рубежах создания систем управления. С юбилеем вас, сотрудники, студенты и более 6000 выпускников родного факультета систем управления летательных аппаратов. Ну а завершить страничку истории мы хотим вот этими кадрами кинохроники, которая, слава богу, сохранилась до наших дней. Уникальные кадры 1977 года, ведь именно в этот год родился факультет систем управления. Обидного мало оставила нам история той кинохроники. Но что делать? Кинокамера, в отличие от дня сегодняшнего, тогда была чем-то из области фантастики. И честное слово, нам будет очень приятно, если кто-то из уже знаменитых людей, добившихся многого в этой жизни, узнает сейчас на экране себя. Когда он был моложе, когда каждое утро спешил на лекции мимо знаменитого витража радиокорпуса, когда делил с друзьями по общежитию последние копейки до стипендии, и когда он нес гордое имя студента факультета систем управления, факультета номер 3. Ну что ж, история историей. Но каким же стал наш юбиляр через 30 лет? Кто-то скажет, мол, совсем не изменился. Те же студенты, преподаватели, аудитория, сессия – все как и раньше. Но это только на первый взгляд. Для того, чтобы понять, что же такое третий факультет сегодня, нужно хотя бы один день прожить его напряженной, сложной, но безумно интересной жизнью. Окунуться в сумасшедший водоворот студенческих будней, заглянуть в удивительный мир научных разработок, которыми всегда славилась научная школа третьего факультета, понять отлаженный, как настоящая авиационная система управления, сложнейший процесс учебы и подготовки специалистов. Так в чем же секрет успеха? Ответить на этот вопрос сложно. И не потому, что нет ответа, а просто ответ получается слишком емким. И в этой короткой фразе скрыта напряженная работа десятков преподавателей и сотрудников факультета. И, конечно же, сотен-сотен студентов СУЛА. Можно попытаться рассказать о юбиляре и в нескольких строках. Или, как говорят специалисты по системам управления, оптимизировать процесс. Для этого необходимо ответить на вопросы. Кто обучает? Кого обучает? Как обучает? И самое главное, что такое всеобъемлющая система управления качеством учебного процесса? Для методического обеспечения учебного процесса кафедрами факультета издано за последние 10 лет 218 наименований учебно-методической литературы общим объемом 999 печатных листов. Из них 10 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки Украины и 7 монографий. Впервые на факультете издан учебник для вузов «Методы и средства измерения параметров движения самолета». Авторов Николая Ивановича Брехина и Николая Дмитриевича Кошевого. Впервые доцент кафедры 302 Лещенко стал победителем международного конкурса в Москве в номинации «Лучший преподаватель года». Кафедры факультета в учебном процессе широко используют компьютерную технику. Чего только стоит факультетский компьютерный класс на 40 современных вычислительных машин, подаренных фирмой Samsung. Тем более отрадно отметить, что фирма с мировым именем хорошо знает, куда и в подготовку каких специалистов нужно вкладывать деньги с максимальной отдачей. Ученые факультета поддерживают связи более чем с 50 ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами Украины и зарубежья. За последние 5 лет на факультете защищено 6 докторских и 19 кандидатских диссертаций. Из 80 патентов Украины, полученных кафедрами за последние 5 лет, более трети – это совместное творчество сотрудников и студентов.
В 2003 году декан факультета, доктор технических наук профессор Анатолий Степанович Кулик становится лауреатом государственной премии в области науки и техники Украины. А через два года, в 2005-м, это высокое звание присвоено заведующему кафедрой приборов летательных аппаратов, доктору технических наук, профессору Николаю Дмитриевичу Кошевому. Качество лабораторной базы и высокий уровень подготовки преподавателей кафедры СУЛА позволили в 2005 году впервые заключить договор и успешно осуществить стажировку 25 китайских специалистов корпорации АВИК-2. Подготовкой абитуриентов для факультета занимаются не менее 20 филиалов физико-математических школ в городах Украины и России, обеспечивая набор студентов на первый курс. А это значит, что на первый курс приходят уже подготовленные, зрелые абитуриенты, твердо знающие, кем они хотят стать и путь которого они достигнут желаемого. Тем более, есть из чего выбирать. Ведь сегодня на факультете 8 специальностей, прошедших аккредитацию на 4-й высший уровень, тем самым подтвердив высокий уровень и большой потенциал факультета в решении задач подготовки специалистов. Причем 4 из 8 специальностей появились за последние 5 лет. Кроме того, на факультете постоянно внедряются новые методы и формы организации довузовской подготовки абитуриентов. Успешно работает студенческий агитационный отряд. Третий факультет сегодня – это 56 академических групп. Это впервые разработанная и реализованная методика управления качеством учебного процесса, позволяющая системно решать задачи подготовки специалистов. Это значительные изменения в составе и структуре деканата и совета факультета. Плодотворно работающий студенческий совет факультета, советы по специальностям и советы общежитий. И, конечно же, это студенческое самоуправление, ибо в состав совета факультета обязательно входят представители студенчества, чье мнение учитывается при решении текущих, перспективных и стратегических задач. Третий факультет сегодня – это еженедельный учет и анализ успеваемости посещаемости. Это ежемесячные срезы и самое уникальное – прогнозирование результатов сессий с последующим анализом, выработкой мер и их воплощением в жизнь. Впервые при анализе среза состояния учебного процесса введена количественная оценка, коэффициенты активности, качества и посещаемости. И вот уж действительно настоящая система управления в действии. И, конечно же, третий факультет сегодня – это аналитический центр с базой данных академических групп и локальной факультетской сетью обмена информацией. Это уникальная система индивидуального рейтинга и смотра конкурса студенческих групп с награждением и ценными подарками для лучших. Это знаменитый день факультета с грандиозным концертом. Это самая веселая и самая увлекательная студенческая жизнь. Это чемпион Европы и мира по самбо Сергей Подоляк. Это серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Алексей Тарахтин. И самый главный результат работы факультета за 30 лет – это более 6000 выпускников, высококвалифицированных специалистов, которые трудятся во всех уголках земного шара. Это надежная и самая современная система управления в космосе, в небе и на Земле. Но в заключение мы хотим сказать только одно. С днем рождения тебя, наш родной факультет! Который вот уже 30 лет несет такое красивое, такое родное и такое гордое имя – факультет СУЛА.